Для наведения порядка в доме и вокруг местные жители сплотились и активно взялись за благоустройство своих придомовых территорий. За помощью обратились к депутату горсовета Дмитрию Танцюре. По всем вопросам, к которым мы обращались, вот у нас тут есть коллектив, как говорится, домовой, он всегда нам идет навстречу. Взаимодействие, взаимопонимание, рациональное использование ресурсов – таковы основные постулаты социального проекта «Дом, в котором мы живем», инициированного и реализуемого Дмитрием Танцюрой и жителями Киевского района. Программа работает уже несколько лет и дает свои результаты. Активными ее участниками теперь стали и жители дома номер 172/1 по Люсдорфской дороге. Мы обратились к депутату Танцюре Дмитрию Николаевичу, зная о том, что он организовал программу «Дом, в котором я живу». Значит, мы дали заявку, и он очень положительно откликнулся на наше предложение. Значит, сделал нам фасады 5-парадных, отремонтировал у нас лестницу, которая была как бы такая опасная, и падали дети, и взрослые. Теперь проблемы больше нет, рассказывают довольные одесситы и нацелены на реализацию еще одного проекта в своем доме – создание ОСМД. Общими силами при поддержке депутата уверены горожане, и этот вопрос удастся решить.